От царей до императоров, от Руси до Великой империи. Маршрут длиною в 300 лет. В память о царской семье и ее окружении. В год столетия с момента трагических событий, связанных с судьбой Романовых. Национальный проект «Императорский маршрут», который рассказывает о судьбе Великой династии и объединяет сразу несколько регионов России. Сибирь. Край, в котором повсюду тени прошлого. От Ермака, покорителя этой земли, до представителей дома Романовых, бывавших здесь не раз. Край морозов и сильных духом людей. Край с мощным историческим контекстом, который нельзя изменить, но побывать в нем возможно. Okay, ladies and gentlemen, welcome to Tumen. Тюмень была основана в 1586 году. Сначала форпост, крепость, обороняющая от набегов кочевников. Затем крупнейший торговый и ремесленный центр. Тюменское купечество, которым славилась Тюмень, вело обширную торговлю по всей России и за рубежом. Тюменцы развивали судостроение, лесную, рыбную и кожевенную промышленность. Строили пароходы, ткали ковры, удивляли всех своей резьбой по дереву и другими ремеслами. В Ильинском женском монастыре, что на набережной реки Туры, установлен поклонный крест в честь пребывания в городе семьи императора Николая II. Там, где сливаются Тобол и Иртыш, его называли «воротами Азии», отцом городов сибирских. По указу императора Петра I он стал административным центром Тобольской губернии, включавшей в себя Урал, Сибирь и Дальний Восток. Здесь был один из крупных в Сибири миновых гостиных дворов, лишь ненамного уступивших московскому. Со своим бойким торгом, со своей валютой, пушниной. В краю суровом, но поистине чудесном, находится самая древняя в Сибири каменная церковь – Софийско-Успенский кафедральный собор. Посетить его своим долгом считали и представители династии Романовых на протяжении нескольких поколений. 18-е столетие стало золотым веком Тобольска. Его жемчужина – уникальный ансамбль Тобольского Кремля, единственного каменного Кремля за Уралом. Город живет, дышит, меняется. Он идет дальше, в большое кино. На основе этой истории сегодня снимают полнометражные художественные фильмы. Сюда сослали декабристов. Благодаря их умам Сибирь стала еще и просветительским центром. Но Романовы сами попали под колесо истории. Город, в который неугодных начали отправлять именно по их инициативе, стал местом ссылки семьи последнего императора Николая II. В Тобольск ее отправили летом 1917 года, спустя несколько месяцев после отречения Николая от престола. Дорога пролегала через село Покровское. Еще одна точка императорского маршрута. Но точка мистическая. Волей или неволей они приедут в Тобольск и, прежде чем умереть, увидят мою родную деревню, сказал однажды о царской семье старец. Гениальный провидец или лжепророк? Завеса тайны приоткроется только тем, кто сам побывает в этих местах. В Тобольске императорскую семью поселили в бывшем губернаторском доме на улице Свободы. Это единственное сохранившееся в России здание, которое связано с пребыванием семьи Романовых в ссылке. Они провели здесь 8 месяцев. Отсюда их увезли в Екатеринбург. Сегодня Тобольск – духовная столица Сибири. Край, где опорные точки истории, где ее поворотные пункты. Узнать и почувствовать их может каждый, кто отправится императорским маршрутом.